Дорогие друзья, эта новость стала шоком для всех нас. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте лайк, напишите любой комментарий. Друзья, мы стараемся делать эти новости только для вас. Сегодня рано утром поклонники молятся за здоровье известной российской артистки Клары Новиковой. Стало известно о том, что артистка отложила свой концерт из-за серьезного заболевания. Клара Новикова собиралась блистать на сцене Московского театра «Школа современной пьесы». В этот же день должен был состояться творческий вечер звезды аншлага, но из-за болезни мероприятия перенесли. В пресс-службе театра уточнили, что творческий вечер отменяется в связи с серьезным заболеванием Клары Новиковой. «Была на гастролях, мы мчались со спектакля на поезде, видимо, там я и простыла, поняла, что не смогу выйти на сцену, сильно кашляю, без голоса совершенно, но пока жива. Я ни в чем не нуждаюсь, не переживайте, дорогие друзья, и не пишите только, что я умерла, а потом воскресла», — говорит сама артистка. Мы следим за данным происшествием, друзья, и уже в следующем выпуске на нашем канале обо всем более подробнее расскажем вам.